туда еще прийти. У нас, походу, там шикардосная погода. Вот. Иду чуть позже, чем с утра, потому что делала заказ на iHerb. У нас заканчиваются витаминки, ну не витамины, а всякие добавки. Опять мне надо индол заказать, пока не закончился. Он сейчас там по хорошей цене. Вот. Хондроитин нам надо заказать для суставов. Короче, много чего я там, ну конечно, я бы еще там, когда лазишь, там все хочется. Но посмотрим, что-то отсею, потому что в этот раз большой заказ не могу. Чуть-чуть, потому что у нас там солнышко. Пришло время очки носить. Я очень люблю очки. Оплям. Погода просто все. Девочки, уже зимы не будет. Уже погода шикардосная. Очень тепло, я не знаю, градусов 12, наверное. Уже кустики пообрезали, деревья. Все, скоро все зацветет. Абрикоски, вишенки. Ой, как прекрасно. Я вчера, кстати, ехала на такси в больницу с Виталинкой к этому, к дерматологу. И таксист говорит: боже, у вас так красиво, говорит, такой район шикарный. Озеро, говорит, под домом. Я говорю: да, и заметьте, чистое, с пляжем, проверенное, его проверяют у нас каждый год спасатели, у нас официальный пляж у нас на озере. Он говорит: а я живу в Украинке, говорит, у нас тоже так красиво, а сам с Крыма. Короче, родился в Узбекистане, потом они жили, переехали в Крым, потом с Крыма в Киев. А сейчас в Украинке живут. Вот, короче, классно вообще. Так пообщались вчера. Я ему чаевых оставила. Вот, такой приятный мужчина был. Вот, сейчас иду в спортзал. Сегодня мне Вероничка придет переделывать ногти. Не хочу сама делать, хочу, чтобы она сделала. Она делает, конечно, очень хорошо у меня. Гель, лак. Вот, очень Вероничка классно делает. Я даже не знаю, что она не работает в этой сфере, если честно. Кстати, если кто с Киева и кому нужны ноготочки красивые, то она делает, кстати, недорого. Берет вообще 300 гривен у нее покрытие. Любое, с дизайном, без дизайна. Вот. Но маникюр она не делает, хотя умеет, ну, обрезать. Саму кутикулу она не обрезает, только гель-лак. Хотя она умеет, наверное, если нужно будет, сделает. Боже, все люди повыходили, такая жара на улице. Это просто класс. Я в такую куртку. Даже мне в ней жарко. О, как у нас он, француз и чихуан. Кстати, француз, они сказали, это наши, ну, как бы знакомые, правда, не с парнем, мы гуляем, а там с женщиной. Чихуана Юрик зовут, а француза не знаю, но у них недавно появился. Женщина говорила, что он у них временно, ну что-то уже слишком долго. Боже, какая жара, класс. А еще хочу с вами посплетничать. Вот смотрите. Человек, у которого нет денег, да, на еду и за квартиру заплатить, нету денег, вот, хочет заказать себе с интернет-магазина совершенно, ну не необходимую вещь. В такую багнюку залезла, капец. О, все тут сухенько уже.
Сейчас пройду людей и расскажу вам. Не буду говорить, кто. Кто меня давно смотрит, догадается. Потому что начнется сейчас ненужные разговоры. Вообще ни о чем, ни о том, о чем мне бы хотелось разговаривать. Вот. Так вот, человек, у которого нет денег, у которого нет дохода сейчас. Вот. Не за что платить за квартиру. И он заказывает, этот человек, себе с интернет-магазина совершенно ненужную вещь. Ну, скажем так, в такой период жизни, да, когда финансово вообще, скажем так, жопа полная, да, вот, вообще никто ничего не покупает, ни вещи, ни какие-то для дома, да, штуки. Ну, то есть люди даже живут, если поломался холодильник, даже без холодильника, если нет денег. Вот. А этот человек хочет заказать бесполезную вещь, которая у него есть, которая ему не необходима. А еще плюс этому человеку на питание не хватает. За квартиру заплатить, так еще и на лекарства. Нужны деньги постоянные. И этот человек хочет с интернета заказать ненужную вещь. Вот как вы считаете? Я считаю, что это большой обман. Вот. Так что такие дела. Иногда мне кажется, что меня за дурочку держат. Просто разводят по полной программе. Такие делишки. Так. Еще сегодня в Сашку хочу зайти. У нас такая Сашка говняная стала. Ну, по крайней мере, в прошлый раз мы с мужем заехали. Вообще капец, говно такое. Они теперь берут старые вещи, которые в хорошем состоянии, вешают на вешалку и делают фиксированную цену. Офигели вообще просто. Хочу сегодня зайти. Вот, и посмотреть. Потому что в первые дни вообще нечего ходить. Я уже очень хорошо об этом знаю. Но это была суббота, а в четверг у них завоз. Типа лучше всего дни, понедельник вчера был и сегодняшний вторник. В эти дни тоже очень много товара у них. И они его довешивают в течение недели. Это уже 100% проверено. Хочу сегодня зайти посмотреть. Мне, в принципе, вообще ничего не надо. Но я хочу спортивные лосины посмотреть. Там всегда были, я никогда их не брала. Всегда в очень хорошем состоянии, почти новом были спортивные лосины в больших количествах. В субботу я зашла, там вообще ничего нет. Просто нет. И я такая думаю, ого. Короче, детская там что было, лосины какие-то. А вот, короче, надо пойти посмотреть сегодня, если я, конечно, буду в силах. Во-первых, жара капец, я уже вся, уже расстегнулась. Смотрите, я в спортивной футболке иду сразу. Ой, фух, ох, я жарко. Ой, у меня, кстати, на губах детский блеск для губ. Такой красивый цвет мне понравился. Вот. Так что буду, наверное, заказ и херб делать. Пустые баночки скоро будут. Вот. Кому интересно. Все болит. Это хорошо. Сейчас пойду зайду в секонд-хенд. Хочу. Потом еще там в обувь хочу зайти в конфискат. Носочки мне надо коротенькие посмотреть. Вот. И сумочки хочу маленькие посмотреть.
понятно, вряд ли там что будет, но посмотрю. Хочу такую, как у меня, бежевая, вместительная, мягенькая. Может, что-то будет новенькое. Вот. Все, ждем лифт. На улице такая жара, вы не представляете. Я прям расстегнутая иду. Очень жарко. Сейчас без 20 час, я еще не кушала. Замечательно себя чувствую. Были позывы. Сначала хотела кушать, потом все прошло. Иду, любуюсь. Какой же у нас Киев красивый. Даже вот спальный район, да. Какая красота. Все развито у нас. Все современно. Есть старый город, есть современный город. Памятники архитектуры, красота, большой город, красивый, развивающийся, молодой, старый, какой хотите, красота. Иду, просто наслаждаюсь.